Хочу рассказать о позабытом способе колки дров, которым когда-то поделился со мной мой отец. Эта техника появилась благодаря железнодорожникам, путейцам, которые ходили по железнодорожным путям и забивали костыли путейским молотком. Использовали определенный замах. Его еще называют путейский замах. Ну а потом, когда им нужно было у себя дома колоть дрова, они с помощью этого же замаха кололи себе дрова. Вот таким образом и перешло с железки на колку дров. Поэтому я его называю железнодорожный способ колки дров. Данная техника колки дров намного превосходит все остальные. Почему? Потому что, во-первых, это сила удара мощнее. Кроме этого, легко колоть тяжелыми колунами этим способом. Потому что если взять, да, вот тяжелый колун в 5 килограмм, например, да, и вот, какой замах будет? Ну, небольшой, да, потому что если сильно замахнешься, то что будет, если вот так? Ну, попрощайся со спиной. Но этим способом можно бить также в 360 градусов тяжелыми колунами. И раскалывать будет еще лучше даже. И третье, это быстро колоть большие, тяжелые, камленные сучками чурки. То есть намного быстрее колоть этим способом. А если у тебя уже набита рука, то ты легкостью, да, попадаешь в цель, то тогда можно и легко овладеть этим способом. С этого угла сейчас. Возьму что-то мощное тоже. Вот такую вот огромную чурку. Практически не останавливаешься, бьешь, 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 бьешь. И в конечном итоге разбиваешь. Тоже сучками, да, мощными. И ветленая это низ, поэтому сложно с первого раза. Я специально взял помощнее. В режиме реального времени.
Так что спасибо за внимание и поделитесь данным видео с теми, кто колет дрова. Вы знаете, кого, да, что им будет полезно оно. И со строителями тоже, потому что строители, они не колят дрова, например, а кувалдами работают тоже. Замах данный полезен будет теми, кто забивает кувалдами что-то. Так что спасибо за внимание. До скорой встречи.